Пожалуй, первая же атака железнодорожников принесла им успех. На 5-й минуте Харлачев нанес точный удар метров с 20. Игр много было запоминающихся. Основная это с «Спартаком». Когда Харлачев забил, Женя потом Тихонов сравнял, но эта ничья нам принесла медали. Поздравляем железнодорожников с бронзовыми медалями. Спасибо вам за внимание. Спасибо всем, особенно болельщикам, что помнят. И сейчас очень приятно находиться здесь, в этой футбольной такой по-настоящему атмосфере. Здравствуйте, друзья, еще раз! Уютный стадион, две замечательные команды, порадовавшие нас на прошлой неделе в Еврокубках. Обычно, когда мы проигрываем, ну, настроение плохое. Здесь настроение было хорошее, потому что играли действительно здорово. И Павлович Семенов, человек, который действительно влюблен в футбол, для которого футбол – это жизнь. Время делает шаг, время делает круг. Такое ощущение, что если бы у него была возможность выйти 12-м, то он бы вышел и что-нибудь обязательно забил бы. Ну, или отдал. У меня по поводу Краснодара только самые теплые воспоминания, ощущения, мысли. Когда меня меняли в матче против Краснодара, когда мы играли на выезде в первом круге, я поаплодировал болельщикам, несмотря на то, что они там свистели в мой адрес почти всем стадионом. Я не очень до конца это понимаю, но, наверное, у них есть где-то обида на меня, что я ушел во время сезона, но я действительно всем благодарен там и болельщикам, потому что они меня поддерживали на протяжении 3 лет, и все было круто. Я им желаю удачи, и, конечно же, я слежу за ними, но я сейчас играю за «Локомотив», опять же, и на свои задачи. Я не собираюсь там делать что-то в угоду там общественности, я такой, какой я есть. А то, что я там, например, картинка какая-то или там мой образ некий, который большинству людей не очень импонирует, ну окей. Сань, это куда будет? А я думал, это вот, слово. А, туда, да? Ну да. Давай я повешу сейчас. Ага. 2 года назад мой сын предложил идею отражать жизнь клуба в лицах, в карикатурах и в шаржах. И мы попробовали, и вот на сегодняшний день это стало вот таким проектом большим, мощным. Это такая интерпретация нашего видения того, как живет и развивается футбольный клуб «Локомотив». Федор Смолов нам, как игрок и как человек, очень симпатичен. Он у нас в нескольких шаржах отображен. И эти шаржи, они раскрывают черты характера. Мы видим какой-то доброжелательный, какой-то позитивный и открытый человек. Оплатить ремонт крыши Дома культуры в селе Костенлок, Алтайский край. Дому культуры присвоит ваше имя. Блин, кстати, прикольная тема. Да, прикольно. Коммент-аут, я считаю, что это очень смешная программа. Они делают реально крутой контент. Я доволен тем, что я туда сходил еще и получилось помочь ребятам с Домом культуры. Не знаю, мне кажется, что выпуск получился. Федор Смолов поздравил жителей села Костенлок с завершившимся ремонтом крыши в Доме культуры. По возможности я туда приеду, сам на все посмотрю. Всем обнимашки. Очень теплые слова жители этого села сказали в мой адрес. Конечно, мне было приятно, поэтому я думаю, что стоит посетить. Можно сказать, что я скажу? Да дай ему Бог здоровья, дай ему и творческих сил, и физических сил, чтобы он был долго в своей стезе. Это как замену уже считается? Нет, это не замена, просто рыбу сюда играть не будет. Завтра у меня смотрите. Мне надо рефер, но просто Краснодар хороший соперник, но все-таки чудес не бывает. И когда 3 человека из центра поля у тебя приходят новые перед сезоном, ну, то есть рано или поздно это точно скажется, потому что все-таки это центральная зона, это сердце команды, мотор, и все, скажем так, зависит от этого. От нас нужно ждать победы, потому что мы играем дома, играем с прямым конкурентом. Дома мы можем набрать любого соперника, и это как раз-таки те матчи, где нужно сейчас стараться набирать очки. Давайте,
поддержим наших парней! Вперед! Что именно там офсайд? Красный месяц прошел, он прям был очень грустный, потому что он с такой грустью смотрел, как ребята тренируются, прям жалко было. У нас очень сильная команда, я считаю, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Приложу максимум усилий, чтобы принести команду пользу и помочь. Да, там, понятно, я был лучшим игроком, там и лучшим бомбардиром. Хочется выиграть именно чемпионат с Локомотивом, хочется выиграть трофеи. Сплотились, и действительно мы команда, мы играем друг за друга, хорошие взаимоотношения в коллективе, и это как раз-таки про нас. Ну, плюс мы элементарно сыгрались за год. Не сомневаюсь, то, что Юрий Павлович и тренерский штаб нас направят, и не хочу там каких-то громких слов, но при должном настрое, самоотдаче и везении, я думаю, что мы любую команду можем дома обыграть. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо вам.